император. Двигаюсь.
Пониженная гравитация. Пока вы не отопрете замок изнутри. Наверное, это к лучшему. Когда вы узнаете, что ждет вас там, будет уже поздно. Доктор Торстейн? Где вы? В механическом цехе. Я только что... Я слышал взрыв. Это не важно. Хватайте, что можете, и идите в мой кабинет. Мы эвакуируемся. Что? Что мне нужно? Нейромоды, экзотическую материю. Скорее, встретимся в моем кабинете. Да, сэр. И прихватите с собой гипс-пушку. Thank you.
это доктор Кальвино. Что такое? Я болен, сам не свой. Пожалуй, я сегодня не выйду на смену. Ладно, мне закончить этот набор. Я изготовила чертову прорву стекла. Набор? Я не могу вспомнить. Вы попросили меня создать новый набор. Вы, наверное, не так поняли. Вы лучше не трогайте мою аппаратуру, пока меня нет. Видите ли, вы оставили мне сообщение. Я бы этого и не делала, если бы вы не... Нет. Конечно. Я помню. Просто сейчас это не важно. Это не важно? Поговорим об этом завтра. Мию! Это доктор Кальвино. А, я думал, вы легли спать. Или игнорируете меня? Я завтра опоздаю на смену. Но хочу, чтобы первым делом собрали новый набор микролинз. Старый уже мне не нужен. Возьмите все, что нужно в машинном цехе. А если Клайв будет выделываться, просто стащите, когда он отвернется. Нам не положено знать код, но я все равно его высылаю.
Дайте дорогу. Передвигаюсь. Приближается оператор.
пониженная гравитация.
Хорошо, Морган. Экраны зеркала снова работают. Вернитесь в свой кабинет как можно скорее. Вам нужно услышать сообщение целиком. Встретимся там. Это работает? Кажется, проекторы греются. Где фотометр? Ручной. Вы его взяли? Нет. Ах, вчера было два, а теперь ни одного. У нас вообще один. Нонсенс. Наверное, вы забыли. Уходите? Я думаю, это все. Тогда выключите это. Вы мной как будто недовольны. Нет, я... Вообще-то уже поздно. Идите спать. А как же вы? А что я? Не беспокойтесь обо мне. Я закончу. Ладно, я пойду, наверное. Наверное? Что? Вы все повторяете «наверное». Сработало «наверное». Я пойду «наверное». Вы ученый. Хватит гадать. Знаете? Или молчите. Вот и все. Доброй ночи, доктор Кальвина. Керам пескателя. Команда получена. Спасибо.
Здравствуйте. Системное оповещение. Необходим ремонт. Свяжитесь с квалифицированным инженером.
оповещение. Необходим ремонт. Свяжитесь с квалифицированным инженером. Здравствуйте. Рад снова видеть вас, доктор Ю. Тебе не понравится, что я скажу. Ты должен уничтожить Талос-1. Разработки, тифонов, вообще все. И себя. Ужасно, знаю. Но ты видел, что могут эти твари. Они часть тебя. Одна клетка на Земле. И всему конец. Мне жаль, но иначе нельзя. Январь объяснит тебе, как запустить самоуничтожение. Алекс попытается помешать. Он не любит проигрывать. Слишком горд, чтобы вернуться к маме с папой, поджав хвост. Дело за тобой. Удачи. Она понадобится. Я оператор. На Талосе-1 много операторов, но другого такого нет. Сюда.